Мы наблюдаем, вот сегодня открыли три контрольно-пропускных пункта, открыла российская сторона. И когда мы видим всю вообще схему, так называемую схему работы украинской пропаганды, то понятно, что она, а я внимательно за этим слежу, она построена так, от провокации к провокации. Вот какого-то нелицеприятного, совершенно непродуктивного хода к следующей провокации. И, безусловно, что здесь очень важно, что вот Крым движется своим путем внутри России и не поддается на эти провокации. Но вот в частности, совершенно конкретно, почему Украина делает все возможное, чтобы граждане Украины не попали сейчас на территорию Крыма во время туристического сезона. Потому что понятно, что... То, что происходит в Крыму, совсем не соответствует украинской пропаганде. Понятно, что крымчане при всех трудностях, они по-прежнему принципиально, подавляющее большинство, поддерживают присоединение к России. И совершенно очевидно, что количество украинских туристов в этом году уже сейчас, по сравнению с прошлым годом, на 100 тысяч больше, 550 тысяч человек, только сейчас, с января, по середину августа. А в прошлом году за весь год было 450 тысяч.